Угорали так на кухне. А что будет, если Анатолий ДК все усилки в магию закинет? Хуй знает. Блять, надо попробовать. Блять, лагает у кого-нибудь нахуй? Ну, у меня с самого начала что-то, блядь, как-то не станет. Заебал, блядь. Я, наверное, сейчас на телефон перекинусь. Съебал этот домашний интернет. Мне кажется, из-за коронавируса все сидят, и он не... Не знаю, у меня лично пинг на 10 всего, больше, чем обычно. Короче, элемов то, что апнули, на 10 тысяч слава больше стало. Ну, короче, 95 славы въебал. А вот так было 84 раньше максимум. Я это, интернет перекину. Столько сов рейди, косты позабивать не хотите? Сейчас ёбнутся. Кому робот не нужен плюс чат? А на мейн ролик там что? Где вы продаете? Да, на мейн я. Плечи нужны кому-нибудь на мейн? Мне нужны. У тебя на ретрике плечей нет? Не, мне на пава, на хила. Мейн спек, у тебя ретри, а не хил. Не, его успехами. Хила. Ролить. Хочу. Если нет, если есть, то ролить, то зачем? Что я могу и не идти? Могу и пойти, без разницы. Блин, ты так изъясняешься, как Лапенко, блядь, этот инженер, ёб из Ютуба, блядь. Контроллер раздайте. Мы с один лап. Толдорам вместо персика зайдешь. Перестань кузнеца бить. Кровавый взор, кукол тот, короче, блядь. Который унижение от женщин любит терпеть, то есть как от этого получать главное удовольствие. Ну, примерно, дружище, там, ты не... после кукол это, блядь, мог не продолжать. Люди практикуются в русском языке, пока плохо получается. Может, не родной? Так, ну нахуй. Я так русский знаю, ко мне с других городов приезжают, спрашивают, как я русский, так знаю.
Да по-твоему все понятно. А сколько ты вкидываешь в инту? Настя. Сколько ты в инту вкидываешь? Ну вообще все, у меня их просто мало. А и сколько у тебя щиты? Мало. Еще вопросы есть? Так а смысл? Я не знаю, в чем смысл в целом мне ходить в рейды с таким маленьким количеством усилков. Ну ты видишь, хожу зачем-то. Насте все мало. Угу. Мне говорили, мало, что размер не главное, но как-то, как показывает практика. Мало это сколько? Смотря размер чего. Усилков. Мы же о чем говорим? Ну, я же тогда знаю, имеет значение. Если 400 усилков, это хорошо, конечно. А если 100, то, конечно, плохо. Так можно сказать про что угодно, понимаешь? Но мы сейчас про усилки, ведь так? И это имеет значение на усилки? Не, сильно. Про то, что ты говоришь, там говорят, рычи 2 сантиметра, типа, хватает. Про куколдов разлагольствовал. Так что это мало, 400 это мало. Ну я вон ту 200 вкидываю. А вот сколько усилков максимально на первой кайце? 400 где-то, наверное. Ты идёте в сторону танки? Он стоит. Он стоит. Не, наверное, 4. Дерси. Ты не достоин танчить этого моба, понял? А где медведь, у которого в резист уходило? Это кто? Я. Yeah. Ой, это у тебя что-то не такой медведь. Хули помойка, а не медведь, блядь. Ой, меня убьет. Помойка, это, по-моему, мягко сказано, блядь. Чего вы воида обижаете? Да ебать, твой до обиды тот еще не родился. Вообще-то про твоего медведя, а не про мой. Воид закален в пугарейдах, я не знаю, откуда у него столько. По-моему, ничем не поймешь. И не говори, Даркис, хоть на что-то сгодился. Мне так шеф-повар говорил, когда я блинчики пожарил, бля. Славен, молодец, блинчики вкусные. Хоть на что-то сгодился, блядь. Дай дубок. Я знатно поржал. Ты прям таким голосом и говорил, что? Ну. С тобой будет понятно, блядь. Я-то думал, хоть, блядь, готовить умеешь. Это было 10 лет назад. В смысле, это был концом карьеры. Рыбарак. Дай мне тополиные ракушки. Заберешь? Да. Вовремя. Ты че, Полина, не вреди? Да как-то не разрешили вроде. Ну и все, иди отдыхай. На чуток тогда? Вечером приходи. Вам еще минимум месяца два отдыхать с таким карантином. Да. Да никто еще долго будет. Хотите механика из рейда убрать? Потом мяк от него уворачивается, у него ПВП, блин, вместо ПВЕ. Надо было Полину хоть винком пройти. Танчишь себе, танчишь, блядь. 5 минут, нахуй. Подходит пианист, блядь, тычку дает, пиздец, нахуй. И засагривает моба без таланта. Сука. Он одной рукой дает тычку, а другой средний палец тебе показывает. Ты просто не заметил. Рыба стоит, обновляем бафы в танках, пианисты лучше. Ничего себе, у тебя зрение, бля.
В очках сижу. Здесь все пьют сапрот. Это самое, хил или сова? У меня сова, конечно. Я не играл в РДД. Тут ханты, а сум можно, сум, с ДД стоят, да? Ханты стоят вообще отдельно от рейда и ловят сферу, точнее уклоняются от них. Но можно не дамажить, да, как понимаю? Почему нет? Дамажишь и уклоняешься от сфер. Да не надо там уклоняться вообще. Еще прохиливаться. Скиллухи уворачиваться. А где стоять метку? Поставьте хотя бы, я отхуюсь на тех на первый раз. А вон за броню все покажет. Посмотрим. Вон броня метку поставил. Ловушку видишь? Все готово, поехали, пуляй, босс. Подоцелено, да? Не, второй по воротам, да? Первый. Первый.
тем бить по пес. Слава, кому надо. Тем бить сейчас сдохну. Только ты упал, пазл. Уже было раньше надо было сказать. А чей хант Норд Легион? Меньше знаешь, крепче спишь. Ноль на пулов. Ред Вард. Красавчик. Лицо. Таркис не успеет его убить, там 5 гамма. Может и успеет. Не успеет, я забрал. Ноль говорит на пол. У меня все на полы показывают, понимаешь? Я на него, на Феникс, блядь, по КД на полу. А здесь? А тут, блядь, ни одного на пол на него не дал, нахуй, он за него, блядь. Ты вообще блядь, никому не дал на полы. Кроме меня, тут два ханта, блядь. Пиздить будете потом. Лут рулим. Там ДПС дайте, уступаюсь. Шторы, может, уступишь мне четвертый кусок? Да, резервы у друида это от 2-5 или 4-5? На 2. Еще раз ДПС скиньте, пожалуйста. Потом, бля, кидал.
Раска подамажить не хочешь? Да-да-да, я до доны упал. Ролл Рэй. Сейчас мало придут. Отойдите назад. Хотите в эту. Ваша жизнь застрахована. А дорого будет застрахованный? 500 голды. Это невыгодно на ГП менять как. Тайфун КД. Следующий навык. На следующего мобода. КД. Знак будет иметь.
отравиться будет на себя, заберешь я двоих. Скажу когда. Забирай привиться. Фьер дадите. Нихуя. Добивайте привиться. Вага, ты диван юзал на роботе? Нет, зачем? У меня один раз, когда тренер тестил кислород сказал сдать диван, я его сдал. Вот ровно с того момента я даже когда попросит его не дам. Зачем там диваны? Уже раньше надо было, сейчас уже похоже на пирог, вот эта лужа такое шоколадное, понятно? Дерьма шматок похоже. Здоровье, лепёха на сковородке. Осторожно, патруль, внимание. Не зацепите. Нет, он на печеньки такие похож, как они там называются. С тотемчиками сравнится. Че, патруль? Запирай, пожалуйста. Это у всех маг белый вон стоит. Гендальф, ты что? Да, у меня белый. Гендальф белый. Просто Гендальф. Нет, теперь Гендальф белый. Нет, наверное, там. Блин, я так хотел топять кого-нибудь туда зарядить. Я здесь держался. Не убей ближнего своего. Заповеди не читал. Не возжелай куска ты пять ближнего своего. Ближнего дальнего тоже не убей. Ну да. Для РДДшника. Это, блин, на БГ меня все выживают. Да, прикол, они, короче, шок здесь мой, короче, рассеивают, и я получаю 30% хосты, как в ПВП. Раска. За этим что-то должно последовать. Я ханта надеваю, пиздец себе, на БГ. Да ладно. Даже текстуры тебе не помогут. Как священный щит начнешь пробивать, пиши.
Ампу тяжело против пауз. Сразу видно чувака, который на БГ не ходит. Любой РДД это антикласс палы, если он одет нормально. Канту тяжело, смешно. Я тебе потом напомню про твой сечайный щит. Сейчас 4400 леса буду делать, что-то 1200 меня уже не вставляет. Хил 2400 леса бегал, был пиздец. Я на хиле 2 леса. Что-то как-то ну, не уже диминишн есть? О, леса диминишн. Как бы 1200 леса устарело на выходе, а 10 вы вообще о чем? Я в начале сезона в 1400 бегал. Это пиздец, блядь. В том сезоне 1200 я еще типа комфортно себя чувствую. Сходи на арену в 1200 леса. 1200, я будь давно уже. Или ты играешь с детьми, походу. Насколько true, что я даже в том сезоне его ни раз не видел, блядь. А, пишу видео пару раз. Я хожу на БГ, когда ты спишь, понимаешь? Лёх на боссе, Луцин на трэше. Мяга контролит одного из жрецов. И Рычен на пул. Ком босс, что босс, что трэш на одном же. Контролить помогает. Мяга мяско на пол бросить забыл. Обойдутся на этом боссе. Кто ещё раз на трэше? Луцин. Я это наберу агро. Только тут босс не бьет с руки вообще. Че, Геру? Никакой Геры. Гера в КД. 5 минут и че, баб. Дебафт. Я бил бы мяка, блядь, мобов-то нет. Лёх, ну чё ты АФК стоишь? Это один танк, танчатый трэш и босс. Я с мяка контролю моба. Агро босса сейчас на ком? Уцень, ты танчишь босса. Он же набирает агро, бьет, блять, босса, я увешу трэш. Переконтрол. Поднять тебя? Уже там был бы ару разве?
Лага, чё не встаёшь? Лага здесь? Конечно. Чего там? Да у меня не метка была, я выбежал бы. Ни подтяга, ни тал. БР есть или пошел за чаем? Шторы подними. Людей резают или нет? Шторы ЛРЭ. Он уже поднял. ЛРЭ, чё не встаёшь? Потому что ноль БР. Не знаю, кого он там поднял, но точно не меня. Я просто к тому и спрашиваю, то что... Поднимаю ЛРЭ. Всё поднял. На эту сторону все сместить, что тут стоит. Вы зря сдаете в меня БР. Вставай. Да нет, я полежу. Зачем? Тогда начислишься. Смотри, я назначил танков, кто что делает. На это положились приборы. Ну вот, соответственно, я отвечаю взаимностью. То, что ты назначил, неправильно. Неправильно в чем? В том, что Луцинь танчит, ты трэш и босс. Я с мягкой контролю, блядь. Луцинь может сдать звездный огонек на любого из жрецов. Мягкий зонтик сразу же кинет полиморф. Все будет нормально. Это нормально вообще? Что-то не так. Специальный офицерский состав, вы на нас ругаетесь, начисляете ГП, когда мы разговариваем во время пула. Чем вы от нас отличаетесь сейчас? Черви бегают по рейду, блядь. Иди спекнись танка по контролю, блядь. Если ты не понимаешь, что, блядь, делает офф-танк здесь и тому подобное. По пула. Успели? Вроде. Пер ПДЦ. Бить еще раз. Не попал сюда, мам.
еще раз. Что стоит? Да, антифер. Три не упал. Женёк, это на какой успех? А, да я ничего нажал, да я просто ну, нахуй. Потестить или чё? Нет, давай. Просто так, блядь, нажал. Вот ты жёшь, конечно. Да она просто всё равно никому не нужна, не нужна там. Луцин, это на третий спек. Просто, если никому не нужна, потестить хотел взять. Так. Мне не критично, если кому-то нужнее, пусть отдавай. Да мне тоже не критично так же будет. Просто помойка уже у всех есть. У кого мобильный банк не на КД, поставьте, пожалуйста. Поставил. Тысяча банк. Эша лепеха, вот это жесть. Где двигать надо будет, там не увидишь за это лепешки. Трен не по полу, а в воздухе весь. Ты кельтовайся вот этим, только не вайпните. Оно вроде не жрет по поездке. Там, там лужа просто может закрыть и будет милик падут. На профи можно завайпаться. Да ребята, она в соло цель не используется, это лужа, это только АУЕ. Не буду я ее на келе использовать. Только на оружие я ее буду использовать, все. А на оружие там никаких луж нет. Все, нахуй, теперь лемы под прицелом его.
Что? Я как пиздец, теперь я левый под прицелом ебать с этим скиллом. Ну лужу получил ГП. С восьмой группы кому нужен кельдас? Кому с восьмой группы нужен кельтас или лут с него, плюс они те хотя бы в гильче? Снимите там. Я могу уступить кому надо. А этого лучше. Ну, по всей видимости, никому из восьмой группы там лут не нужен, соответственно, состав не меняют. А кому-нибудь нужно паловское тело Т5 сейчас? Да, тут два игрока. Не получилось. Алая нужен босс. Мне чтоб оно падало чаще, уже к нему нужно было. С первых четырех групп кому лут не нужен с кельтаса? Мне не нужен, я могу поменять на одну эту быстро.